Что вы сделали первым делом, когда вернулись в отпуск? Встретился с семьей. Вернулся к любимым дочкам, к жене. Военнослужащий пришел на встречу с городским активом вместе с женой и дочерью. У центра НУР уже собрались другие мобилизованные. Стараемся как бы работать, удовлетворять как ваши персональные запросы, но все-таки больше на полковые запросы. Одна из тем встречи стала гуманитарная помощь. Жители, предприятия и администрация города продолжают собирать и отправлять в зону специальной военной операции предметы личной гигиены, одежду, лекарства и все, что необходимо на передовой. Но схему и содержание поставок планируют пересмотреть. Например, руководство Альметьевского района и компании-спонсоры решили вместо адресных посылок обеспечить необходимым подразделение. Мы в первую очередь находимся на постоянной связи с командирами полков и по возможности там, батальонов, подразделений. Мы в основном общаемся с командирами полков. У каждого полка сейчас есть закрепленная за эту тему либо замкомандира, либо замполита, либо значит, штаба. То, что гуманитарная помощь и адресные посылки приходят вовремя, отмечают и сами военнослужащие. Пока самая большая потребность, что касается гуманитарной части, средства гигиены. А по технике – оптика и средства связи. Первые дни вы сами знаете, как это все начиналось. Так писали, звонили, что нужно было там все. Сейчас радует этот момент, то, что все-таки вы обжились на местах, и ваша команда прекрасно понимает обстановку. Для вернувшихся солдат планируется создать центр психологической помощи. Семьи мобилизованных или бойцов по контракту за помощью могут обратиться в штаб по сопровождению семей. Он находится в молодежном центре. А на базе районного военкомата действует пункт приема на контрактную службу.